вами кот Чешир. И у меня спрашивают, доделали ли вы комнату. То есть у меня есть несколько роликов, как мы покупали сначала одну, как бы, часть мебели, потом другую, потом, ну, есть у меня такие ролики, и спрашивают у меня, покажите, что вы сделали. Знаете, мы еще до конца не доделали, но я могу, конечно, показать то, что есть. И во сколько мы это все, в какую сумму уложились. Пойдемте, я вам покажу, раз вам очень интересно. Ну, давайте. Так, с коридора мы заходим в комнату. В коридоре у нас ничего еще не сделано. Здесь нет ни вешалки, ни поставки под обувь, ничего такого нет. Так, сразу мы заходим, видим комод, видим шкаф и горку-гостиную. Это мы взяли в стол плит, все вместе за 28 тысяч. То есть это не был комплект. Эти все как бы единицы, 3 единицы мебели раскиданы были в разных местах, в разных углах по второму этажу. Стол-плит. Мы прошлись, посмотрели, такой же шкаф как бы есть к гостинке, дальше пошли, увидели такой же комод, то есть мы собрали это все вместе и это подошли к продавцу, он нам посчитался со скидкой, потому что получилось как оптом, понимаете, как бы он потому что не был гарнитуром. Вот смотрите, очень хочет позировать у меня Алекс. Да, Алекс? Да? Скажи чего-нибудь. Не хочет. Так, вот этот светильник, значит. Так, это все у нас вышло, этот гарнитур 28 тысяч. Так, вот такой светильник мы взяли, ночник. И люстру. Похоже на него. То есть это мы взяли в Леруа Мерлен. Вот это вот мы взяли. Вот этот мы взяли за 600 рублей. А эту за 1800. Вот, мы это все установили. Дальше. Потом. Вот у нас коврик. Коврик у меня, по-моему, 1800 или 1900. Я уже не помню. У меня есть ролик, там, где мы купили. Сразу же я об этом рассказываю. На свежую голову. Сейчас, как бы, я не помню точно. То ли 800, то ли 900. Это мы взяли в Икее в детском отделе. То есть мы не могли найти никак под цвет. Ну, вот там нашли. Так, дальше вот такие шторы. Нам подогнули их. Ну, почему-то здесь всегда вот темно. Я не знаю. Вот. Вот так вот светло. Вот такие шторочки мы взяли. Вот такую тюль мы сделали. Так. Вот так у нас получилось, значит. И вот такой столик взяли маленький. Стеклянный. Ставить там кружечки, телефон. Что-нибудь еще, чтоб лежало. Вот. Так, диван мы брали в 5 звезд. Это самое первое приобретение, которое мы купили. Ну, естественно, спать надо было на чем-то. Вот диван, значит. Так, диван мы брали за 13 тысяч. Он из эко-кожи, светлый. Удобен в уходе. Вот, смотрите. Ну, здесь у нас еще, я говорю, не до конца сделано, потому что вот этот вот плед, он ни к селу, ни к городу. Нужно черно-белый плед. Я так хотел, чтобы был черно-белый плед. Мы искали, так и не нашли. Есть что попалошные пледы, некрасивые, какие-то дурацкие. И мы не стали его брать, пусть лучше пока так будет, как найдем, так сделаем. То есть вот так вот у нас все получилось, понимаете, да? Вот. Так что еще ничего не закончено. Плед обязательно будем делать. Так, вот это с этой стороны. Ну, тут пока еще тоже. Хороший, мы видели, он дорогой. Ну, что-то как-то мы не готовы платить за него 5000, поэтому пусть пока будет так. Ну, естественно, никакого вида нет без этого, я так думаю. Вот как только мы приобретем вот сюда плед черно-белый, тогда я и покажу. А еще спрашивают, покажите ваш ЖК. Весь двор вокруг полностью. То есть у меня уже есть такие ролики, там, наверное, 3 или 4. Мне говорят, нет, вы показывали кусочками, мы хотим видеть полностью.
ЖК, где что расположено, где детская площадка. Я не знаю, надо или нет. Вот напишите надо. Если кто-нибудь напишет, я покажу еще раз. А теперь с вами был Чеширский кот. Пока-пока.